Вопрос о шейх. Дозволено ли женщине быть имамом для других во время намаза? Да, женщинам дозволено совершать намаз в джамаате, коллективно. Однако, является ли это сунной по отношению к ним или тем, что дозволено? Некоторые из ученых говорят, что это сунна, а некоторые говорят, что это мубах, дозволено. Ближе к истине это то, что это является мубах, дозволено. Потому что то, что это сунна, не очевидно, не явно в этом вопросе. Если они совершили намаз коллективно, то это неплохо. А если же они не совершили намаз коллективно, то они и не являются тем, кому необходимо совершать намаз коллективно.